Внимание! Мешает реклама, появляющаяся снизу. Просто нажмите на крестик в правом верхнем углу появившегося модуля. Спокойного просмотра. Здравствуйте! Меня зовут Валерий Иванов, и сегодня я хочу поделиться с вами одним очень приятным открытием, которое совершил примерно неделю назад. Очень часто в чатах я встречаю такое сообщение, что люди не могут поставить объявление, поскольку появляется сообщение доски вот австралийской, на которую мы все любим ставить, поскольку там очень просто ставить. Появляется сообщение о том, что ваше объявление дублировано и невозможно дальше продолжать работу. Приходится делать все с самого начала. Так вот, друзья, у нас есть очень интересная доска, на которой можно ставить объявление, не боясь вообще никакой дубликации. Можно делать это каждый день. И самое главное открытие, которое я сделал, можно еще и реально искать себе рефералов, выставляя объявление. Итак, давайте начнем. Нажимаем на синий конвертик, все стандартное. Начало как было, так и есть. Выбираем, ну, например, давайте возьмем вот объявление номер один. И выберем вот эту доску, самую нижнюю. Classifiedforfree.com. Нажимаем Continue. Разворачиваем. Скажу сразу, здесь потребуется регистрация, но пройти эту регистрацию можно всего лишь один раз. И дальше вас доска будет опознавать, и вы будете заходить уже без регистрации, без введения логина и пароля. После того, как вы зарегистрировались и вошли уже на сам сайт объявления, регистрация очень простая. Выбираем иконочку Post Ad. Вот, смотрите, здесь открывается поля. Вот эти верхние поля можно, в принципе, не заполнять, если вы не хотите чего-то особенного. Для тех, кто живет в России или какой-то другой стране и хочет позиционировать себя именно на рынке своей страны, вы можете выбрать вот в этом пункте меню страну. Давайте я расскажу на примере России и объясню, почему я это делаю. В открывшемся меню выбираем Russian Federation. Причем, еще раз говорю, вот эти поля вообще не обязательно заполнять. Вы можете их просто оставить. Ну, я скажу, зачем мне это нужно. Вот здесь дальше, хидр, мы будем вставлять заголовок объявления. Поскольку объявление скопировано в буфер обмена, мы встаем в раздел Description и вставить. Особенность этой доски в том, что на этой доске запрещено выставлять ссылки в самом теле объявления. Мы эту реферальную ссылку из текста объявления удаляем, иначе у нас просто объявление не пройдет. И вставляем ее вот сюда, в webpage URL, вниз. Все это делается, как вы понимаете, один раз. Дальше браузер будет подставлять уже автоматически все ваши поля, которые вы заполняли в предыдущем объявлении. Сейчас продемонстрирую. И вот самое интересное происходит вот здесь. YouTube Video ID. Вот здесь вы можете вставить ссылку на ваше видео на канале YouTube. В чем прелесть объявления? Смотрите. Мы вставляем сюда ссылку на YouTube, на видео. Причем, если у вас нет своего канала YouTube, заодно сразу дам бесплатный абсолютный урок. Как создать канал на YouTube? Да элементарно. Если у вас есть ящик Gmail, значит у вас автоматически есть уже свой канал на YouTube. Просто заходите на YouTube, набираете в поисковой строке, попадаете на страницу YouTube и нажимаете «Войти». Вот здесь в правом верхнем углу у вас будет «Войти». И вводите логин, то есть ваш почтовый ящик Gmail, и вводите пароль от этого ящика Gmail, вы оказываетесь на канале YouTube. Скачивайте на свой канал и устанавливайте абсолютно любое понравившееся видео, касаемо Argent Global Network. А под этим видео вы размещаете короткую информацию о себе, ваш Skype и вашу реферальную ссылку. И теперь представьте, насколько богатым и законченным будет ваше объявление, когда в самом тексте объявления вы выполняете ежедневную квалификацию для Argent Global Network, то, что вы должны, и плюс вы еще потенциально привлекаете рефералов. А вот где их привлекает, сейчас я объясню. Первую строчку объявления нужно копировать просто вот эту целиком. Глубже не копируйте, поскольку длина символов заголовка объявления, который мы вставляем вот сюда, вот хедер, ограничена всего лишь 90 символов. Поэтому мы оставим все как есть. Пусть недочитанные, пусть будет некоторая недосказанность. Собственно и все. Здесь вы выбрали страну, если вы хотите именно для Российской Федерации. И это объявление у вас будет видно именно в России. Если вы хотите по всему миру, тогда просто оставьте это поле пустым, тем более, что заполнять его не обязательно. И тогда ваше объявление на английском языке увидит абсолютно, ну, буквально полмира. Вот здесь вы выбираете рубрику, где вы хотите разместить. Например, я ставлю Business Opportunities, то есть заработок по как раз-таки предложению по заработку бизнес. Все, поля заполнены. Заголовок объявления, тип объявления, страна, тело объявления есть.
реферальная моя ссылка находится вот здесь, и ссылка на канал YouTube, на котором у меня размещено уже большое количество информации, тоже имеется. Нажимаем post add. Вот, смотрите, как выглядит наше объявление. Заголовок объявления есть, тут же есть ссылка на видео, очень наглядно, очень живо. И любой нормальный человек, кто заинтересуется, захочет нажать на эту ссылочку, он вываливается на ваш канал на YouTube, а там у вас и реферальная ссылка, и ваш Skype, и ящик, и описание проекта, есть абсолютно все. Вот еще одна реферальная ссылка, которая сразу поможет вашему потенциальному партнеру попасть на сайт RG Global Network, и он уже попадет в ряды ваших рефералов. Ну и плюс объявление о работе. Все! Смотрите, как просто и как много всего сразу сделано. Теперь нам нужно отправить отчет в компанию о постановке объявления. Все очень просто. My Ads. Вот сюда мы нажимаем, на эту вкладочку. И вот наше объявление. Это вот все, что я оставил за последние дни. Вот самое верхнее объявление, оно и будет нашим. Вы можете, опять же, как я уже неоднократно рассказывал, для тех, кто не совсем знаком с этим способом, вы просто можете кликнуть по объявлению и скопировать то, что у вас будет в адресной строке. Но для простоты я объясняю, просто внимательно проделайте, чтобы не совершать ошибок. Встаете на объявление, правой кнопкой нажимаете и выбираете пункт «Копировать адрес ссылки». Ни в коем случае не делайте вот так вот и не копируйте. Вы скопируете просто текст. Еще раз правой кнопкой встали, «Копировать адрес ссылки». И эта ссылка на объявление окажется в вашем буфере обмена. Это все равно, что вы сделаете вот так. Кликните по объявлению и скопируйте вот эту ссылку здесь. Вот, но это долго. Чтобы этого не делать, я показал, правой кнопкой встали, скопировать адрес ссылки и все. И вот вы видите ваше прекрасное объявление. Все здесь есть. Дальше возвращаемся в бэк-офис Argent, вставляем в поле комбинация клавиш Ctrl-V и нажимаем Enter. Ну, для тех, кто привык, там можете правой кнопкой нажать, выбрать «Вставить» и нажать либо Confirm, либо просто клавиша Enter. Все! На этом постановка объявлений закончена, но обратите внимание, насколько действительно это объявление красочно и как много информации оно в себе несет. Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о постановке объявления, об этом новом, изящном и, я считаю, очень эффективном способе объявления, постановки объявлений. Если вы хотите пойти дальше, то тогда можете сделать так. Прямо здесь у вас в бэк-офисе есть 4 ролика. Один из них, вот этот левый, на английском языке. How to place your ads in English. То есть, как поставить объявление. Вы можете скачать этот ролик. Или, например, вы можете скачать ролик с главного меню, с dashboard. Как зарегистрироваться. Смотрите, how to register to IP out и wallet. Скачивайте ролик на английском языке. Вот этот. Он на английском. Заливаете к себе на канал. И ссылку на него выставляете на сайте. Как я вам говорил, в ссылке для... в разделе для ссылки на YouTube. И не указывайте, что для Российской Федерации, оставляйте поле для всего мира. Таким образом, ваши потенциальные англоязычные партнеры прочитают ваше рекламное объявление на английском языке, и там же будет стоять ссылка на ролик на английском языке, и вы можете привлечь себе рефералы англоговорящих людей. Вот так просто можно использовать ежедневную постановку объявлений, выполнение ежедневной квалификации в нашем проекте и еще и привлечь рефералов. С вами был Валерий Иванов. Если какие-то вопросы возникают у вас, пишите их прямо под видео в комментариях, задавайте. Я с удовольствием на них отвечу прямо под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и будьте всегда первыми в курсе самых последних новостей работы нашей компании. Обильных вам денежных потоков! Материал оказался полезным и интересным? Нажмите «Мне нравится» прямо под видео. Оставьте объективный комментарий. И подпишитесь на мой канал, чтобы в числе первых получить самые свежие видео. Благодарю.